В каждом третьем предприятии АПК Могилевской области выявлены нарушения. Таков итог рейдов рабочих групп УВД на тему готовности к весенне-полевым работам. Речь идет о порядке хранения и учета лома черного и цветного металлов, их отходов, а также содержания сельскохозяйственной техники. Так, с начала посевной кампании свыше 820 тонн конструкций на момент проверок захламляли мехдворы и мастерские. Свыше 30 должностных лиц уже привлечены к административной ответственности. Проведены обследования всех 168 субъектов хозяйственного агропромышленного комплекса. В ходе их обследования выявлялись многочисленные факты нахождения техники в технически неисправном состоянии. Так, нами установлено 6 фактов нахождения техники в разукомплектованном виде. 4 из них связаны с кражами, скажем так. Поставлена задача обеспечить до 12 апреля повторный провести мониторинг всех сельхозорганизаций. Контроль за безопасностью дорожного движения во время посевной и готовностью техники ведет ГАИ. В ходе мониторинга проверено свыше 16 тысяч транспортных средств АПК. Как оказалось, более 1000 не имеют допуска к участию в дорожном движении. Мониторинг продолжается.